Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Обратите, пожалуйста, внимание. Уже сейчас вы можете приобрести золотой крест «Религия» со вставкой бриллианта по суперцене 2999 рублей со скидкой в 4200 рублей. Алис, ты знаешь, я тебе честно признаюсь, я хочу сделать такой прекрасный подарок своей любимой подруге. Она в этом году родила свою доченьку, да? И вот хоть я и не буду крестной, но я хочу подарить что-то очень важное. Ты знаешь, это очень хороший подарок, потому что наш крест 585-й пробы из чистого золота уже освящен. Он уже освящен, и поэтому благодать Духа Божьего уже снизошла на это украшение. И, конечно, ты знаешь, ты такая молодец, что хочешь сделать такой подарок из чистого золота. Ведь золото – это инвестиционный металл. Посмотри, как он красиво, изящно смотрится. Из чистого, благородного, теплого золота 585-й пробы с частичным радированием. У нас Иисус Христос, обрати внимание, он у нас из белого золота, покрыт родием, да. А, кстати, вот мы уже посмотрим, мы уже обращаем внимание на то, что у нас все клеймы здесь представлены, да, на ушки? Да, на все ушки. Клейма представлены, да. Мы специально их развернули, все по ГОСТу, и вот он у нас, наш бриллиантик, да, перевернулось ушко, мы сейчас вам показываем настоящий природный бриллиант, посмотрите, какой яркий блеск, даже у золота. Это их величество, бриллианты сегодня. И, конечно, драгоценное золото. Крест «Религия» уже освящен. А значит, это надежная защита. Защитите себя и своих близких, своих родных и любимых людей. Потому что самый лучший подарок – это подарок из золота. Ведь золото всегда в цене. На протяжении последних 20 лет стоимость на золото всегда только растет. Ты знаешь, я хочу очень быстро рассказать историю про мою подругу, которая один раз попала в аварию. Но, знаете, слава Богу, все произошло, все нормально. Да, единственное, она говорит: «Лен, ты знаешь, вот меня как потянуло, я, говорит, надела с утра крест. И, говорит, ты знаешь, машина не подлежала восстановлению. Я спаслась». Ну, то есть какие-то ссадины, ушибы, это уже не важно. Главное, молитва всегда с нами. Господь Иисус Христос, он ее уберег. И ты знаешь, по сей день она говорит: «Я больше никогда, никогда не снимаю крест». Я с тобой абсолютно согласна, ведь только на освященные украшения сходит благодать Божьего Духа. Вот наш паспорт к нашему украшению, так. Подвеска, 585-й пробы, золото, так. Один бриллиант. Вот он у нас. Слушай, бриллиант. А что это значит? Вот карат 57002-45А. Что это круглый, значит? Круглый. Один бриллиант круглый, 57-гранный, 002, и чистота, и цветность. И, конечно же, я рекомендую крестику. Ты правильно сказала, что вот твоя подруга и больше крест не снимает. Но к этому кресту я рекомендую, конечно же, кольцо «Спаси и сохрани», которое также освящено, и также из золота 585-й пробы. Это будет двойная защита. Это, знаешь, я подумала о том, что это действительно может быть прекрасный праздник на окончании Великого Поста, да? Это может быть прекрасный подарок ребенку, которого вы крестите, да, крестные, родители, своим детям вы можете преподнести, потому что крест мы носим всю жизнь, а золотой крест может передаваться из поколения в поколение. Скидка 4200 рублей, и, внимание, у нас остается только 11 крестов с бриллиантами для вас.